идут хорошие результаты. Ну и на тренировочных сборах были неплохие забеги. Но вот если мы уж берем официальные старты сезона, то с самого первого. И Катя снова в призах. Да, Катя уже завоевала медаль. Какого достоинства решит вот этот дуэт, дерби? Да, Миха Такаги и Нао Кодайра. Тысяча для них как бы пограничная. С двух сторон они к этой границе приходят. Кодайра с 500-метровой дистанции, Такаги с дистанцией 1500-3000 метров. Ну, поэтому сегодня Такаги не побежит 3000 метров. Просто слишком маленький перерыв по времени. В один день эти дистанции. Но вчера на полуторке мы, конечно, восхитились ее бегом. Как, впрочем, восхищались и успехами Кодайры. На дистанции 500 метров она по-прежнему на 500-метровой дистанции идет без поражений уже полтора сезона. Да, 17.34. Ну и, соответственно, 75 сотых везет графику бега Кати Шиховой. Ну вот любопытно будет сравнить последний круг Шиховой и Кодайры. Ну и можно, наверное, поглядывать на мировой рекорд. Ну, все-таки... Хотя Кодайра не показала результата в Калгари. Помним, там она, к сожалению, упала. 26,2. Посмотрите, что творит Нао. 26,7 у Миха Такаги. Ну, сейчас это лучшая графика мирового рекорда. Ну, по крайней мере... Да, и увеличивает свое преимущество над Шиховой. То есть она из 1.12 бежит Кодайра. Это будет вообще невероятно, если сумеет японка удержать. Но вот последние метры дистанции чуть тяжелее ей даются. Да, и Такаги подбирается, но, конечно, не хватит ей скорости. 1.12,9 секунды. Это новый мировой рекорд. Да, на 9 сотых у Британи Боу вырывает этот мировой рекорд на Кодайра. Что творят японки? Это какая-то фантастика. Просто. Да и Миха Такаги 1.12,63 секунды. Личный рекорд. Личный рекорд. 1.8 сбросила, да, с личного рекорда Такаги. Это фантастика. Это просто какой-то космос. Вот японские космические программы у японцев нет. Чуть-чуть отдавать свой перевес относительно Кати Шиховой. Ну вот у нее заключительный круг 28,5, у Шиховой 28,3. Но у Миха Такаги заключительный круг 27,9.